Wellness Oriflame представляет. Я не люблю завтракать. Я даже не помню, чтобы что-нибудь съела сегодня на завтрак. Кусочек хлеба с маслом. А я знаю, нужно есть что-то питательное, чтобы хорошо учиться в школе и все успевать. Привет, меня зовут Елена, я живу и работаю в Стокгольме в глобальном офисе Oriflame. Моему сыну Алексу 5 лет. Он очень веселый и активный ребенок. Он любит много играть и проводить время с друзьями. Но он становится невероятно упрямым, когда дело касается еды. Недавно он решил, что будет есть только гамбургеры, хот-доги и картошку фри. Мне невероятно трудно заставить его съесть овощи или, например, рыбу. Это меня очень беспокоит, ведь я хочу, чтобы мой сын рос здоровым. Я подумала, что, возможно, стоит давать ему витаминные комплексы. Я много читала об этом, но не уверена, действительно ли они так полезны для детей. Буквально каждую неделю публикуются все новые научно-исследовательские данные о витаминах и других нутриентах. Я давно изучаю этот вопрос, консультируюсь с научными представителями, и сегодня я убежден в их необходимости. Недавно я прочитал статью, где говорится, что 75% американских ученых сами постоянно принимают мультивитамины. И чтобы не говорили скептики, жизнь дает вам то, во что вы верите. А я искренне верю, что витамины и другие необходимые нутриенты помогают мне сохранять здоровье и отличное самочувствие. Вот посмотрите, что ребенок 7 лет должен съедать за день. Это приблизительно 400 грамм овощей и фруктов. Тут также есть рыба, а рыбу дети должны есть 3 раза в неделю. Теперь посмотрите, сколько они съедают на самом деле. Всего 200 грамм овощей и фруктов. А вот здесь можно увидеть все, что дети предпочитают есть. Теперь понятно, что проблема существует. Дети едят меньше овощей и фруктов, чем необходимо для их роста. Именно поэтому мы рекомендуем им принимать мультивитамины. Витамин D отвечает за формирование и рост костей и зубов. Витамины А и С необходимы для укрепления иммунной системы. Витамины группы В нужны для развития мозга и нервной системы. Таким образом, витамины влияют на работу всего организма. Без них невозможен хороший обмен веществ и здоровый рост. У наших мультивитаминов и минералов вкусный цитрусовый аромат. Они сладкие, потому что содержат ксилит, полезный для зубов. Его вы найдете в составе жевательной резинки. Формула комплекса разработана согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для детей от 4 до 9 лет. Им нужна одна таблетка в день. Если вашему ребенку больше 9 лет, то 2 таблетки. Омега-3 от Oriflame специально выпущена в жидкой форме, чтобы ее можно было давать даже самым маленьким детям. Это экологически чистый рыбий жир, без консервантов и искусственных красителей, подвергнутый 5-ступенчатой очистке. В состав омега-3 добавлено натуральное масло лимона, которое приглушает характерный вкус и запах рыбьего жира. Дети активно растут и развиваются. Особенно это касается нервной системы и всех органов. Омега-3 являются строительным веществом мембран клеток, которое самим организмом не вырабатывается. Если они поступают в достаточном количестве, то и развитие клеток и тканей будет полноценным. Поэтому жирные кислоты называются незаменимыми. Я обожаю свою внучку Клару. Она такая забавная. Ей 5 лет. В этом возрасте мозг развивается очень быстро. Вот почему рыбий жир и мультивитамины так важны. Каждое утро Клара, как и вся наша семья, принимает Wellness. Я думаю, всем родителям важно, чтобы их ребенок питался здоровой пищей и получал правильные витамины для полноценного развития.
Все, что я узнала сегодня о wellness для детей, это Reflame. Кажется мне очень убедительным. Я определенно возьму домой омега-3, мультивитамины и минералы и буду давать их Алексу. Ему наверняка понравится их цитрусовый аромат. Я понимаю, что он не начнет есть рыбу прямо с завтрашнего дня, но, по крайней мере, я могу быть уверена, что он получает необходимую норму жирных кислот, витаминов и минералов. Как мать, я должна быть в этом уверена, потому что это и полезно, и абсолютно безопасно. В серии Wellness для детей мы, безусловно, на правильном пути.